выломала, вот такую вот дырку мне сделала. Сейчас дам потом унюху. Коза. Надо сейчас прибить. Будет. Прибила, не подумав. Так, о, тут еще есть. Сейчас я найду что-нибудь. А, не, супер, отрежется, то будет супер. Как раз полностью закроет. О, в принципе, по большому счету, можно ее и так сделать, чтобы она просто была до упора даже. Даже обрезать не надо. Вот она получается до упора. Там на морду ей хватит. Ну и все, сейчас возьму гвозди и забомборю. Так, опять бегу. Все, бегом. Порву еще не доенная. Я хотела пилкой. Не буду я пилочкой. Нету времени мне на это. Так. Так, о, 4 гвоздя хватит. Так, сейчас все заделаем, все сделаем. Когда ждешься помощи от кого-то. Так. Меня. А ну, вернись на место.
Девчина. А ну, пошла на место. Надо бы сейчас перевалить. Дай мне мою кастрюлю. Дурная, ты сейчас получишь от неї. Марфа. Смотри, какая она. А вот она. А ну, ты посмотри. С другой стороны ее. А ну, пошла, пошла. Шла быстро, сказала. О. Какая наглая. Так. Коза ты. Оставила ребят малых. Вредина такая. Так, ушла. Так, а ну, ушла. Thank you.
что ты что я ее уложила спать, а сама побежала по своим делам. Покормить поросят, подоить корову. Ребенок спит. У меня есть пару минут, чтобы я доделала свои дела. Фух. И вот так вот каждый день, начиная, когда в 6, когда в 7 стою уже. Вот. Быстро попороться, быстренько все сделать. Так, ага, тырса еще. Еще тырса не насыпала. Сейчас тырсы насыплю. Многие меня спрашивают, как я все успеваю. Да я не успеваю, я вообще ничего. Было бы, наверное, 48 часов в сутках, только тогда я чтобы успела. Плюс-минус чисто, но надо было бы подкинуть тоже сено. Ладно, приду попозже подкину. Сейчас я налью и водички и буду доиться.